Здравствуйте, девочки. Получила я сегодня со своей любимой фирмы Бутинете пряжу. Говорила, не буду выписывать, не буду, пряжи полно. Да какой там, девчата, полно. Хомяк как давил, так и давит. Вот такую посылку с пряжей я сегодня получила. Вот, смотрим. Вот такие цвета. Вот такие цвета. Вот такие еще цвета. Это пряжа Диалара называется. Это вся она Диалара. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мотков. Это все Диалара. Мне понравилось здесь само качество. Они очень мягкие такие, приятные. И толщина 100 грамм 270 метров. Они пойдут и на тапочки, и на пинеточки, и на свитерочки. Ну, вы знаете, я вяжу мелкие вещи, поэтому я беру все по одному цвету, по одному моточку. И еще взяла я вот такую еще пряжу. Это у меня одинаковая пряжа. 70% полиакрил и 30% шерсть. 100 грамм 260 метров. Такая она пойдет на носочки, да и на пинеточки тоже. Очень такая она. Люблю серый цвет. Еще взяла вот такую одну. Здесь тоже шерсть. Сколько тут шерсти? 260 метров 100 грамм. 10% шерсти тут. Такая вот она. Ну, тоже что-нибудь, конечно, мы с ней свяжем. Даже может, можно даже вот соединить эти два цвета. Еще взяла вот эту. Корвин. Это называется. Ой. Демиан. Демиан. А это Паулинус. Какие-то названия интересные. Это Корвин. Тоже она такая вот приятная, такая мягенькая. Здесь все залеплено, заклеено. Здесь 80% полиакрил, 20% вискозы. А я почему-то думала, что здесь шерсть. Но она такая прям пушистенькая, вот такая она прям мягенькая. Ну, что-нибудь, куда-нибудь пойдет. Почему-то я думала, что здесь шерсть, а здесь 20% вискоз и 80% полиакрил. Но ничего, девочки, все равно вся пряжа куда-то пойдет. Это она была на Ангеботе. Я за все это заплатила почти 24 евро. Плюс доставка получилась 28 евро. Сейчас Ангебот, девочки. Кто живет в Германии, кому нужно, смотрите. Я вам покажу сейчас номера. Вот. Биштельнума. Ну, я не знаю, тут у меня все по одному. И вот, если вот надо, эти вот биштельнума. Можете посмотреть. Так что надо будет завести, заплатить, вернее, завести, говорю. Так что вот такие, девочки, цвета, симпатичные, толщина вообще обалденная для вязания тапочек. Обещаю, на днях мы свяжем с вами тапочки. Так что кому надо, можете биштелевать, можете заказывать. Ну, не терпится что-то взять связать. Ну все, девочки, пока-пока, до новых встреч.